С Днем Ангела, дорогие именинники! В наше бедственное время супружеская верность, чистота, нравственные достоинства настолько оскудели, что порой приходят мысли о том, что их можно занести уже и в Красную книгу. С тем большей радостью сегодня мы расскажем вам о женщине, которая прославилась супружеской верностью и за нее пострадала. Звать ее святая благоверная княгиня Иулиания, Вяземская и Новоторжская, мученица. Эта женщина вынуждена была бежать вместе со своим мужем из пределов его княжества, поскольку его княжество захватил литовский князь Витовт. Будучи беженцами, они пришли в город Торжок. Там их приняли, и они некоторое время жили там спокойно. Однако местный князь по имени Юрий пленился красотой Иулиянии и всячески склонял ее к прелюбодеянию. Та всячески отказывала ему. Однажды на пиру, в охмелю, Юрий убил мужа благоверной Иулиянии и под предлогом, как раз уже отсутствия у нее мужа, ее вдовства, требовал от нее уступить его уговорам. Иулиания осталась тверда и отказала ему в этот раз. В бешенстве Юрий приказал отрубить ей руки и ноги, и изувеченное тело княжны бросили в реку. Случилось это зимой 1406 года. Весной того же года, после ледохода, один из крестьян, живших в этой области, увидел тело, плывущее против течения, и услышал глас, повелевающий тело из воды достать и предать честному погребению. Это было тело мученицы княжны. Сам же убийца не нашел себе сердечного покоя и, съедаемый угрызениями совести, бежал сначала в Ростов, потом в Орду, где вскоре и скончался. Таких историй в жизни церкви было немало, к сожалению. Известна мученица Фомаида египетская, которая была убита тестем за отказ уступить его блудливым уговорам. Были другие люди, пострадавшие за целомудрие, и они являются светочами для всех живущих в миру, для всех связанных с законом христианского брака, поскольку своим примером и молитвами ограждают наш брак от великой беды, от измен и прелюбодеяния. Еще одна княжна наша с вами, родственница и во Христе, и по плоти, святая праведная Феврония, однажды, испытывая как раз такое искушение со стороны родственника, желавшего блудить с нею, плыла по реке с ним в лодке и говорит ему: «Черпни, пожалуйста, воды с правой стороны реки и выпей». Он черпнул и выпил. «А теперь с левой». Он черпнул и выпил ту воду. «Разная ли вода?» – спросила его Феврония. «Одинаковая, госпожа моя», – отвечал человек. «Вот так и естество женское одинаково. Имея жену, будь этим доволен», – сказала мудрая княгиня. Вспоминая святую и благоверную мученицу Иулиянию Вяземскую и вспоминая этот мудрый совет Февронии Муромской, мы и хотим сегодня, дорогие телезрители, дорогие именинники, и нам с вами об этом напомнить. Одинаково естество женское, связанное с законом христианского брака, мы должны быть рады своей части в этой жизни и не искать другого. Кроме носящих имя Иулиания, сегодня мы поздравляем таких именинников Петра, Михаила и Прокопия. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.